Всем привет, ребят! Мы сегодня на аккаунте моего подписчика просто чел. Freedom Belarus. Вот такой вот у него ник. У нас сегодня коллекционер. Находится он в гильдии Империя VIP. Объявление гильдии босс 3.21.00, босс 5.22.00, ФПЛ 2042, 2042 кража, 2050 охрана. Давно я, кстати, не бегал на факела, надо будет сбегать, я тут забуду, что это такое вообще. Битва гильдий, первые, вторые, третьи, четвертые места, рандомчик сейчас у всех. Дайте заявочки, вступайте. Так, ну судя по всему, он без донат, так оно и есть. Отлично, поехали посмотрим, что нам надо. Так, заклинательница. Рея, Трифит, Командора, Дяха, ПБшка, Вороже. Похожий аккаунт с предыдущим, на котором я ролил. Поехали, посмотрим, что у него здесь. О, вот это да, вот это топово. Огонь, отлично. Ремка, Путикаха на озере. Интересно. Так, хорошо. Смотрим дальше. Ну, неплохие герои, я вам скажу. Талантики есть, как для бездона, вполне терпимо. В общем, вот так вот. У нас есть 45 тысяч самов. Здесь самоцветы еще есть. Так, а что тут у него делается интересного? Ну, вот так вот. Повторочки, стрелок. Неплохо. Ну окей, поехали. Let's go. Так, Гарпия, Химка. Ну, это, конечно, все радует, но это немножко не то, что нам надо. Рино. Ну, Рино у него есть. На Рино мы больше не радуемся, на Сардельке он тоже есть. А, так, окей. Смотрим дальше. Ну, что вы хотите мне сказать? Хранитель, ну, в принципе, повторочка тоже неплохо. Да тут любой герой повторка, это экономия 20, как и я, для бездоната, это очень-очень круто. Так, ну, давай, Фрэнки, вот так вот. Домчик, что с тобой, мой друг, Гаргул? Еще один Гаргул, ну давай. Чувствую имбу. Чувствую, имбу, но она к нам не пришла. Так, студеный. Блин, ну неплохо падают легенды все-таки, как-никак. 11, 15, 16к надо. 16к, ребятушки. Еще один Фрэнки. Цукуб. Дед Мороз призрачный. Ой, отлично. Сейчас не упадет. Нам одного не хватает. Или мы всех собрали. Дядя Лео. Хорош. Варлок. Дед Мороз. Блин, ну хочется какого-то такого, чего-то эпичного, как Фрейку, например. Нет. Эх. 15-15 собрали. Ну, дальше, как видите, печально. Нету сегодня, кстати, на трату акции. Печально это все, что они их рассоединили. Так. Итого смотрим. Что мы интересного получили? Мы получили много всего, но интересного ничего. Командора. Ара есть. Вот это хорошо. У него вары не было. Блин, ворожая, конечно, нет. Укротителя получили. Франки у него есть. Ну, рандомчик. Ночной рандомчик. Не на твоей стороне, к сожалению, сегодня. Что могу сказать? Пишите в комментах. Ну, это русский сервер. Здесь рандом. Здесь либо пан, либо... Я не буду выражаться. Думаю, каждый сам придумает рифму.
Все, всем удачи, всем пока.